Утро в Харатяки начинается с физзарядки, между прочим. Да, давайте, девочки, начинаем. Роза за здоровый образ жизни, и он, короче, тогда физзарядки стартер. Ну, давайте. Все, вот эту ставлю. Зарядка будет... Если будете каждый день выполнять эти упражнения, девочки, вы всегда будете стройны и здоровы, как я. Казар мына физзарядка ишлеп аранылар. Мына уже Роза мында укый. Укый башлады. Нинде китап укыйсың, Роза? Детектив. Шкатулка Пандора. А Гүлсәсәк аның ыргасында ноги подкачивают деп тора. Раскладушкаға қолдарын қойып. Альберт, как всегда, Вайлберстан. Так заказывает ты утро телефонда. Кофемашина. Кофемашина. Как всегда, кофемашина. Үстелде мына бардак. Роберт хаманда балык тута. Уже туткан бер 10 кило походила. Шунан балалар мында хаманда костер гайында отыралар. Азат теги Аполлон хамак тура карап. Где тут рыба тип? А рыбы-то нифига нету, достар. Юхта, а там, короче, я вытай, достар. Палатка сенда. Альберт, мен уятай, да турте. Аша, я вытай, хазар. Икінсі күлге кетебіз. Бұнда балық юқ те. И езлейбіз икінсі күл, где тоже нет балық те, енді. Да? Почему рыбы нету, енді бұнда әпкелді? Не білей, енді, что тут нету рыбы, все равно әпкелдің бұнда. Ну, красным, ошибка опять. Ошибка опять. Каждый год одно и то же. Каждый год уже кулька килем было. И каждый год балхал хоть китай в доктор. Хадр мин хэзгэ курхэтэм хэрбэр гайлэнэн хэвдэнэн палаткаларын. Мына бэнда азатман гүлсэсэктэн палаткалары яшыл тэстэ. Хадр курхэтэм эсэ. Ну, аруғына дуру шындай палатка бэтэнде зелёный. И ошайны килминахэн. Мында курахэгэзмэ два входа. Бынандай нэргэ была и тэгэнэнда. И ушлой Келевин Гаста, на ушиндай, ой, боже, это ты тут что ли, ты меня напугал, блин, ами. Короче, мы ушлой надувной матрас Хагандар, да, бэнда, из кэши, где-то, может, инде, спокойно юхтарга. Розалар, ушинда, урундашкандар, она алардан коричневый, белекий гина, палатка, бэнда, и кикэшлик кэна, инде, палатка. Шой, Келевин Гаста, она розалардан, спальное место. Ушлай. Был такой большой генеральный палатка. Бездень палатка, без палатка на алганях декатлондан. Ультра унигизмен улакта турайнинде. Мена ушлай килевинерде. А бездень тоже такяхтан асла. И мена ушлай вход петинде килевинерде. И кяхта урон юхларга спальни место бананда. Достар и мена уш яхта. Вонда мена в основном юхтай бюрюду Альберт. Мына аның спальный место. И бында йоқтайыз біз Азалия мынан. Мына бында спальный место шылай. Мында біздің киімдер, мына колонка. Колонканы гэл достар өзімен біз алып үйрейбіз енді. Жүр направлен білен, тек яталар аша бізе күл бойында. Короче, қыздарды прогулка айвердім достар. Әрді. Не окей, а то припухли уже. Не, блин, шишка ташная, дальше меня прикиньте, достар. Харбер участок ушлай пронумерован. Она номер 21 участок. И шу удыгнын участок нтаг на хин утрыга тейшин. И шу удыгнын участок нтаг на хин тутрыга тейшин балык. Вот, которого нифига нет. Харбер участок та, арендованный участок та, ошондай тура үстел и скамейкалар бирелер. Былтыр скамейка менен үстелдері матурны, а быйыл карағында менде үстел. ДСП мы, немекейден мы, эштегандар да, и сиреневый яркий түске красить деп қойгандар. Ма ошондай огромный үстел. Вообще, конечно, некрасиво, мне не понравилось абсолютно. Былтыр тақтанан үстелген узкий матур үстелдарине и скамейкаларине. Харбер участок та бирелер ошондай мангалдар. Ты можешь в этих мангалах жарить свои шашлычки. Вот ошондай мангалдар. И бізге тіге охранник рейдені история дұрттар. Былтыр шул мангалдарды 7 штук ұрдағандар. Представляете ме? Оказывается, рыбактар келелерді екен, шашлық жарты ашайдарды екен. И мангалдарды машиналарына халып апқайтып кетелер екен. Представляете ме? Это вообще кошмар, блин. Короче, дұрттар, представляете ме? Был мужиктар кейгендер 2 сағат тому назад и уже балық тұтқандар. А біздің мужиктар сутки аталар, бір балықта тұтмағандар. Білмейм, может, біздің мужиктар невезучий дарды? Обалдеть. Это его за 2 часа поймали? За час. За час? Да. Че, правда, что ли? Че, вам нравится ловить рыбу, да? Ну, да. Каждый год приезжаете сюда или первый раз?
в это место? Ну, в это место первый раз. Первый раз? А так в основном где ловите? Ну, в речке. В речке? Какой речке? На Белой. На Белой? Там больше рыбы? А что снимаете? Я блог веду о рыболовстве. Я специалист, между прочим, если не знаете. Доктор рыболовных наук. Да, тема. Но я пока снимаю репортаж о рыбаках, потом буду ловить. Нык шап, нык матур урын инде. Но единственное, банда, доктор хаутуши пумай. Хаутуши пумай, потому что хауы, банда капец, нык пасырак. Вообще нык пасырак. Бер бидра бед хуалхайны кэвэдэ биттэр вэдэ юал тебе вэд. Анда, короче, головастиктар юдэ вэрэйдэр. Шунан ещё на головастиков похожи, элэйни мэкэдэр юдэ вэрэйдэр. Короче, элэйни. Представляете, мы урман такой хвойный, лес ярбуинда, вообще такая тут красота, тишина, просто обалденное место. Ну, коштар вообще во всю бунда, симфонический оркестр, эй, хайрайдар, тунву харапсалар, кунву харапсалар, вообще обалденное. Артаги мужиктар ведь не бросал, а ты с ним до купмы балл тот хандар, а мы на бедем баллов салар, мы на ушлайте балл тот алар. Она кульбойна просто утыргандарда. А я бірігі она хаманда шашлык жарта кисенам бері. Икінсі, она тоже ушла утра. Икінсі участыка барып, хотя бы удочкаларын таштап келтегейнем. Юхты, я уже настроился, что тут рыбы нет. Ты. Представляете? Кстати, еще информация, достар. Мына ушындай будкалар келіп қойғандар бетінде. Біз ешеттік хабар, білмейді только дұрыс ме, юқ мол. Что ошы, не... Будкалардан шлейдер, ушунда ярбуинда весь ушунда домиктар и весь ярбуе уже палатка манкилип тухтарга ярамаяса, только ушу домиктарда яшерге можно было сактип ищиттик, билмейм конечно. И кстати, банда также тухтар бар уаларга урон, тогда хау спокойно пыны открытый доступ уайнде тулевде тугел мусорные контейнеры. Тухтар представляете, мана агай меня угрожать это, минин башка карамаем хин минин тежер контей. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат. Юк же без обижайте мигден хакна хорадым да хо. Ну тем более. Ну это хакна это какие-то вообще на прикиши я бында инерга купна тара. Ну кишне. Қарамағыз. Қарамағыз. Кешілер хон, мұна қазір мен көрсетемін, кешілерге қызық алып сразу хақты құрай бастайдар. Көп метр, қайда орындашқан. Еще бар катамарандар, достар. Мына ике катамаран бар. Мына ушулай борунгу катамарандар инде. Арендагы ана охранник айтты бит инде 500 сом 1 сагат. Жилеттар бирелер инде для ней безопасности. Что-то был понтовный мозг какой-то. Мне кажется, слабенький, но на тахталары сырып келип түшүр. Мени выдержит мекен, юк мекен. Бисмилла, бисмилла, вроде выдерживает. Вот, ушулай, достар. Зур куль, мы курим на гербер ярбуинда, палатка ларкуйгандар. Она он дает, кстати, тора, не? Пантомный мунса, можно арендовать мунсаны. Мунсаны хакын хорабль гурман, мана касты мотоциклға отырып ағай. Кульдің территорияна, хэд просто так не заедете. Бында охрана тұра бетінде. И мына тұра ұшылай шлагбаум, хэд түлі хэгэд, мына ұжы машина бір келіп тұқтаған, ол мына ұшы будкаға хадыр барып түлей дәр бетінде. И шунан хүн шлагбаумды аса охранник, шунан ғына хэдді индірі, түлеген дән хүн ғына. Хадыр мына охранниктің будкаған хэдге көрхэдам. О, бұнда бір жуйка тұрады, тұрады, құрады. Қышқығында спокойна бұнда ешерге болайынды. Диванчик еқыларға, даже полита бар, чайник, умывальник. Даже телевизор бар, достар. Короче, настоящий домик енді. Кстати, достар, территория ұшы күлдің өт, нық ухоженный, нық тада, достар. Вообще мусор еқ, весь қарап, отдыхающий дардың мусорлары. Арттарынан ейіп тұралар, ейштіріп тұралар. Ну, қайфырадар біләңі бетінде, сәке хрюшкалар бар бетінде. Как бедная Золушка!
Ой, блин! Короче, закидайте. Нет, она тоже его. Саята! Короче, Карайл Баса, Рамур Мини Ильдан Хаклаптара. Курдыгызмы? Эй, молодцы. Пускай тугар минуты бір тәнге. Настоящий джентльмен. А тугар жылай посуда мен жоқты. Меня помогать дамы. Розаман Роберт, дубір шатыр ендылар да, даже посудалы еушманылар, бірлімі ештірішманылар, қайттыла кеттілер. Үстәсәктің плитағын Роза дейс жырға батырған да, и қасып қатып кетті специально, ихтарек нам срочно надо в город, и қатып кетті өтінді, чтобы еумасқа Гүлсәсәктің плитағын. И мұна Гүлсәсәк құрайғын дұтаяқланып тұрып, ана железный щеткаман ышқып тұрып, ана дейс жырын отмывать деп еуіп ята. Все, короче, достар, біздің ял бөтті, такой коротенький ғана поездочка болды. Артымыздан біз садаланық, мусорларды алдық. Розалар біздің алда қайтып кеттілер. Хәзір мына көрсесек маң азаттар қайтып кеттілер. Все, ладно, да-да, давайте, пока. Алар самый последний всегда қайтып кеттілер, потому что яй ейін алар. Альберт Найрович, скажите, пожалуйста, каково это поехать на рыбалку и не поймать ни одной рыбы? Никакого я. Че такой злой? Короля, охшамай. Сразу же мололайте утра. Старый стихи звучит, это история на Альберт Бермель, рыбалка, говорит, Робертман. Замороженная рыба, Катя, перед меня же. Представляете, замороженная рыба, Катя, перед меня. Вообще, капец, асық тұрды. Представляете, мы, достар, пока біз бұнда қайтып еткенсе, мен вообще нұқ асық тұрды. Вот не знаю, почему это. Хаттар нұқ еттіріп асық тұрды. Сану Альберт айтамды, Альберт, мен вообще нұқ асық тұрды. Чеген емейді, Альберт мені айтам. Вот хине мәскейте, түдім хет, деп мені айтам. Представляете, ма? Аму что я здесь дәуэт? Қарағыз мұна бір тас үшіліп қойдым фарш для тефтелей. Бұнда рис, шынан хұн, әдірақ морковь и хуған. Все равно, достар, самый легкий способ тефтелі бешірерге в духовке. Короче, шап-шоп, ежиктар штейхінда, лисқа қояхінда, шап духовкағы тығы бейбәрәхінда, и олар дөп бір шатыр бешіп сығалар. 25-30 минутта бетенде. Конвектоматта мен бешірем келді. Это вентиляция лайынды. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Когда я вот так показываю, надо снимать картошку. Блин, ты так говоришь, будто ты меня уже готовишь к себе на работу. Ну раз видеомейкер на меня ищет кельмя, что я буду делать? Я тебе буду 40 тысяч платить, давай ищет. Хин уже весь, блин, хин готовый видеомейкер. Какой ты монтаж делаешь? Короче, до старых, блин, агарин, азалей, не дай монтаж ищет. Не хуже опытного видеомейкера, между прочим. И не хочет меня работать. Мне хорошо, мин картофельное пюре ищет, банда. Картофельное пюре мин хирек ищет, потому что, не... Альберт Веден на диете. И, между прочим, представляете, мы, доктор, что я слышала? Новость. Хотите новость дня? Альберт нанимает себе диетолога. Я когда эту новость услышала, вообще офигела просто-напросто. Да. Это придется же гене отдельно готовить, кушать, Альберт, представляешь? Да. А? Да. Завтрашнего дня. Завтрашнего дня? Да.
Какое ваше мнение по поводу этого? Шеф-повар Милька Колбасилька. Сама ты не тут колбасилька. Никакое. Я люблю вкусно поесть, между прочим. Что мы будем делать? Уля на шайбе тхала, что ли? Кезеля шама. Достай, она карала. Еще меня бында не им бешеб сақты. Тефтельки ларам. Муна конвертом отца бешерам. Вообще капец румяный, нық румяный. Сулай матур тефтели мен бешерам, между прочим. Блин, уже каптайлы. Уже каптайлы, да. Ты им представляешь, ты будешь лишён. Этого, тефтели, прикинь, что ты будешь кушать? Куриную грудку, что ли, каждый день с гречкой? Да. Гречка май, халкая май. Да. И еще, короче, доктор, что я вот хыт картофельный пирога. Картофельный пирога хыт кой, а? Нах там ты была? Конечно, хыт ты, а так, ела ты кой, говорят. Ну, буду я, пофиг, уже это пирога. Хоу, кереш, брна маля гумай, вообще. На самом деле, сын айткенде, доктор, хайвет видеомейкер табырға, нах ауыр на самом деле. Вот честно, это нах ауыр, доктор. Кишинар, вот, укайдар. Ештер, проходят какие-то курсы по ведению блога, по монтажу, по видеомейкер, сторисмейкер, контентмейкер. Укайдар, хэдер, он ухыма курстар, да фигище вообще уфала. Укайдар, да, доктор, вот эй. Шу укып сыккан кызар, я их много знаю, шу укып сыккан кызар, да. Алар абсолютно ничего не умеют. Или алар сами не хотят учиться. Барып курсы өтәләрді, просто так уже айтып тыңда отыраларды, типа для галочки тиген хамақ мекен, білмей мақсат өләйдерді, и бірімі білмейдер. Или же им такие знания дают, я не знаю. Бір қызықай меня вообще представляешь ма, Азалия, помнишь, бір қызықай келді ішке, бір адна шыны менде, келділі и меня айтайынды, я reels maker. Я снимаю рилсы. У меня есть опыт большой. У Кильдля брат наш, наверное, какой у рилсмейкер? Он абсолютно даже телефон, да и камера на тутабельной. Не знает, что такое мобильная съемка. Туранович, штатив, помогу, иди, тура. Бля, вот мы ваши бухта. Не, Альберт, ты куваша там. Мы специально, она куваша, ты мертвал там. Чтобы и консибиселяра караман. И чтобы она алпит мегендер. Чтобы не угнали его другие женщины. Это была моя тактика. Это был тактический ход. Я раскусил твой ход. Спустя 15 лет? Через 15 лет он понял это и решил худеть. Мы ему, да, очередной тупойский канал оставим. Триллер, маньяк трахан, да. Вообще курханов. Иных тупойский. Сухарев, я там, да, мороженое шевелит. И их кепер замагил, ты что? Или говорит, бля, была сахтать тут рально, мороженое, да. Ужать ваша. Только я вот не могу понять. Ул ялап бит ашаган мороженое бир тәмендә һигмәйһең. Мин шуга не могу понять, зачем нас заставляли ялап ашарга мороженое? Зачем? Уны бит ушайтып тиштәп кенә ашаган. Ушайтып тұрып, рахаттанып тұрып. Кунда гына тәме һигелә. Мына Заки агай келгән кунакка и меня алып келгән букет свежей смородины. Самый яркан букет алып келгән. Ошарга да була, иснәргә була. Сәйгә халып эсергә була. О, карагат прыгай. Чухаттың тәмі өйтесі. Әй, тіге, менің ғымақ бифоропластика енді. Да, тәр бір көзім оған оға. Ну, мен не айтам дәң көзім оға. Ала қалады. Әбіңе жауап кеттің. Бұл әді қызар машин маңғол болды.